Хайо, с вами Юрий Хованский, это рэп Юба. Хайо, с вами Юрий Хованский, это рэп Йоу Баттл на VS Rap. Дайте ваше Йоу! Йоу, бро, чё, когда батл? Я не знаю. Снять и смонтировать видос, что может быть проще? Блять, ты серьезно? Ты думаешь, это легко? Арендовать клуб, арендовать камеры, нанять операторов, сделать вывеску, много вывесок, нарисовать мерч, сшить мерч, найти биты, найти другие биты, потому что предыдущие не понравились артистам, найти самих артистов, нам нужны лучшие. Алло, Мирон? Алло, Гнойный? И главное, найти кучу денег. Ведь Гнойный не будет батлить бесплатно. И сколько он хочет? 2 ёбаных ляма. Воу. Черт, чувак, где мы найдем такие бабки? Нам нужен банк. Охуенная идея! Угоним неприметную тачку, купим стволы. Нет, много стволов. Сделаем маски, врываемся в отделение. Все делаем чисто, уходим с бабками. Нет, эта сука заметила нас. Кидай ее в тачку, вывозим в лес. Сука, молись, это твои последние секунды. Закапываем труп, отдаем бабки Гнойному. Господи, за что ты ее убил? Нет, мы не будем грабить банк из-за батла. Я не сяду снова в тюрьму. Мы сделаем интеграцию, самую охуенную интеграцию банка. Мы сделаем мерч, эксклюзивный рэп-йоу-мерч. Мы разыграем проходки на следующий батл. Не слишком ли крутые призы? Нет, ведь это должен быть самый крутой банк. Никаких отделений, все через прилажку. Нет платы за обслуживание, есть кэшбэк со всех покупок. И главное, деньги можно снять в любом банкомате. Это безумие, чувак! Нет, безумие — это озвучка всех операций голосами орков, гномов и сайндука. Чувак, ну под эти параметры подходит только один банк. Какой? Рокетбанк. Йоу, бро, я знаю, ты хочешь попасть на следующий рэп Йоу Баттл. Слушай внимательно. Мы разыгрываем целых 10 проходок для тех, кто просто заведет себе лучшую, полностью бесплатную карту Рокетбанка. Также ты можешь получить один из 100 лимитированных худи от рэп Йоу и Рокетшопа, 50 из которых мы разыгрываем при заказе карты, а еще 50 выложим в Рокетшоп сразу после подведения итогов. Ты знаешь, где ссылка. Какие у тебя ожидания от предстоящего батла? Я надеюсь покататься на тарзанке. Вот каждый мужчина, да, он должен найти в своей жизни второго отца. Вот первый отец — это любовь, забота, а второй отец — это некий, да, мудрый наставник. Наставник, который тебя обучит искусству, и ты становишься как бы его подмастерьем, выполняешь за него всю черную работу, но за это твой наставник, да, второй отец, он обучает тебя некому искусству, и ты приобретаешь навык. Какие у тебя ожидания от батла АДК Гнойный? Скоро открывается моя батл-площадка «Терраса любви» на моем канале. Приходите, смотрите, батлитесь. Перед предстоящим батлом. Хочется в туалет. Я очень много энергетиков выпил. Вот, хочется в туалет. Привет, Лиза. О, это Лиза. Ощущение реально, о, я очень волнуюсь. Я готовился каждый день на протяжении 3 лет, выучил текст, посмотрел все его батлы, вообще все, реально. И сейчас, ну, полагаю, что готов выступить и... Не волнуйся, все нормально. Подожди. Да мне похуй, реально, я, блядь, только вчера текст выучил, мне поебать, я все забуду, блядь, и ссал вам на лицо. Реально, у меня сейчас белка, мне нужен срочно орех. Я вообще в вашу передачу пришел не из-за батлов, просто мне нужно сказать, что этот человек является вором. Человек, изображенный на фотографии, вор. Не допускайте его в доверие своей семьи, не подпускайте его на порог своего дома. Зажигалка, ключи, брелки, его интересует все. Фотография прилагается в прикрепленных документах к видео, будет фотография. Вы можете посмотреть, обнаружить этого воришку и не иметь с ним никаких дел, потому что этот человек вор. И первый участник – Даня Кашин! Даня Кашин!
Его противником сегодня будет легендарный Слава КПСС! Владимир Путин, Владимир Путин, Владимир Путин, в русском рэпе Владимир Путин, эй, Владимир Путин, Владимир Путин, Владимир Путин, в русском рэпе Владимир Путин. Слава КПСС! По результатам жеребьевки первым начинает Слава. Вы готовы к мясу? Да! Да начнется бой! Друзья, этот человек вор, запомните его лицо. И... Мерзкий карлик в Узбекистане, тебя ебет узбек, твой карликовый сральник. Ты пустое место с покупным текстом, ёбну тебе с левой, да я амбидекстер. Когда ты в магазине в компании свои цыпочки, она тебе такая, смотри какие ботиночки. О, она красива, просто я к тебе с посылом. Все соседи думают, она ебется с сыном. Эй, тупой пример, но твои псы — это карликовый шпиц и той терьер, что обоссались на коленях у хозяйки. В группе Ильича он на кожаной балалайке. Используешь доверие, что при кармане чек. Дело тут не в росте, но ты полчеловек. Эй, дело мемя нет, не дотянешься до писки. Вороватый черт, мерзкий румпельштильский. Но у меня есть факт, у метро сокольники. Год назад его отпиздили школьники. Я, конечно, понимаю, что они не карлики. Ёб твою мать, это были семиклассники. Васенька, твоя тупо тактика. Делать чурпотреб, это мелкий бизнес, окей. Вся твоя карьера — это тараторить весело чужой текст. Пизди пару идей, потом ноет пидорас. Кибербуллинг, проливая на свитшот свой вишневый пудинг. Охуевший карлик, словно поперечный. Считает, что травить за воросток бесчеловечный. Чё? Ебаниська, огрызок, эй, подкурись каннабисом. Может быть, догонишь наконец, что ты мелкая крыса, эй. Похуй нахуй, я ебал культуру. У вас тут рэпер фейс, чуть ли, блять, духовный гуру. А я урод, нахуй рэп, нахуй панк-рок. Я Владимир Путин, значит что? Ебал власть в рот, эй. Ну это мы, конечно, вырежем, но все-таки первый раунд. Даник Кашин, поддержите! Go, go, go! Я? 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 Даник Кашин, Игу, а ты знаешь, как меня зовут? У Слава нет таланта, вот и Слава лезет на YouTube. Забоялся Соболева, заверцил еблом. Прыгнул на такси, ведь ожидал белый Редо. Треки по тип-хаус, тихо, ты не пика, дядь, ты пидор. Я, где твой хип-хоп, нигер, пой попсу, пришейся к литр. Я вижу комментарии пидорасов, типа он не может так читать, ему писали текст. Не может быть такого, я готов тебе поклясться, тут нет помощи от гена, я клянусь, вот и крест. Рики-тики-тани, Дани, дикий парень, если я закончу, значит снова Славу откибали. Я продажный, чья? Это клевета, но я был недавно в парке, это новая Москва. Я, нахуй его. Славу тут топит на батлах, потому что слабый он. Типа приколы, забавы, батл, дис, Соболи. Какой ты нахуй MC, если ты задись у блогера, а? Слабо не пизди, я срываю с тебя маску, будто BBC. Ты дефолтный на батл, словно MPC. Ведь тебя все забыли, словно HTC. Гноний подался в ньюскул? Не, гноний долбился в десну. Да, хоть я далеко не шарю за тренд, но буду тебя диссить на твоем языке. Твой крю, не мой крю, выходи, говорю, твои крю, по таким я палю. Ра-та-та-та-та-та-та, ебать, отращу себе треды, буду делать ньюскул. Бойся, раунд. Это было пиздец, как горячо, но у нас впереди еще целый второй раунд. Ты готов, Слава? Нет. Ну похуй, заводи! Даня Кашин реально хороший парень. Слав, ты тоже. Ни одного плохого слова. Извини, что я тебя оскорблял. Продался, растолстел и стал другим. Клоун при пидорасах, кривляка, как мистер Бин. Сучка Киркорова, саундом ЛДЖ. Мы хотели, чтобы ты был как Бабан и дядя Женя. А ты принимаешь шею в телешоу вроде голоса. Ниже падать некуда, забатлить что ли с блогером, а? Окей, араб ваших ебаных взглядов. Дикей мне стоил пару новых лямов, хули. Тут бизнес, правила игры не новые. Доют, пока не отвалится копыта у коровы. В интервью спалились, что Джарахов, что Василий Баста. Гнойный б заработал куда больше, если б не продался. В погоне за дешевым налом я должен состроить, блять, идейного борца за андер.
так это ж логика торгашиков. Я здесь, чтоб торговать своим, а не чужим ебальником. Ваша культура говно, вы покупаетесь на трёп этих отсталых ебанатов. Соболев, Шнуров, Оксимирон, это все одно. Нейросети, что плетут узоры из ебаных штампов. И их культура говно, ведь там нету ничего. Одна хуевая наследственность. Популярно то, в чем люди видят своего. Малышка-блогер, повезло, что ты такая посредственность. Батлюсь на битах только с друзьями. Ты не сможешь выиграть с частушкой в акапельном батле. Ни к чему хайпить на ваших именах. Я хочу втоптать и в грязь, и BPM не вариант. Похуй Соболев, Джарахов, Коли им напишет Гена. Панчи стили КВН. Все для клиента, да? Но чей заказчик круче Гена? Тебе за диссы платит Коля, мне московский Кремль. Победил в бою, но проиграл войну. Батл рэп погиб и все скатилось BPM хуйню. Дайте мне любого венценосного художника, так его отделаю, как черепаху боженька. На русской сцене никого, кто согласится ныне. Ты создаешь себе кумиров, бро, я жгу святыни. Быть палачом постыдно, мне абсолютно поровну. Когда дают конверт, я прихожу, снимаю голову. Ваша культура говно, вы покупаетесь на трёп этих отсталых ебанатов. Соболев, Шнуров, Оксимирон, это все одно. Нейросети, что плетут узоры из ебаных штампов. И их культура говно, ведь там нету ничего. Одна хуевая наследственность. Популярно то, в чем люди видят своего. Малышка-блогер, повезло, что ты такая посредственность. Пизда! Ваша культура говно. Мне похуй, блядь, год назад в этом зале я выебал Оксимирона. Я и сейчас выебу любого. Фейс, блядь, Сеймур, БМ, любое говно. Приносите мне жирный чек, и я выебу. Ваша культура говно. Ваша культура говно. Уже можно говорить, да? Пиздец, это было жарко, но надеюсь, что вы еще не проебали все свои крики, потому что у нас впереди второй раунд Дани Кашина! Пирдас, заводи! Че? Эти голуби злые, Ты как только начал бэтлить, завоняло петухом. Твой хип-хап читает дети, мой взрывается в метро. И релизы после смерти, как артисты, никому не попали в теме. Ты самый поебанный драматург, Солнце мертвых обернул, ты в никуда чек. Но самый мертвый альбом, тот от мертвого рэперка. Я понял, что по философии ты не тертый калач. За такое самокопание выебит луперкаль, Я бру будто с гнетом издалека. В отличие от тебя это как выебать мертвого старика. Я не признан как МС, но по битам могу летать. Эта бичиха ждет убийства в ебальник, да будет так. 100% набор кил, 100% еблан сгнил. Они просили показать скил, чтобы вылетели твои мозги. Сколько времени не трать, а поздно что-то доказать. Ты будешь нахуй послан, хочешь победить, ебать. Ты бросишь для меня не рэпер, для тебя не Окси. Депозиты билетят, билеты люди ходят, покупают на концерте. Довольный МС загребает деньги, но сука, только не он. Все рассчитано и безупречно, все на хайпе рвут и мечут. Все имеют своих фэнов вечно, но сука, только не он. За хуёвый рэп не в ответе, многоликий пидорас теряет рейтинг. Слава любит чай, у меня для него есть самый крепкий пакетик. О, я заметил, ты типа жесткий, но не как Карелин. Если я скажу, что тут чеченцы, ты сразу опустишься на колени. Хуёвый флоу, хуёвый гейм, хуёвый день. Ты настолько жадный гей, что прячешь сперму в кадыке. Хуёвый флоу, хуёвый гэнг, хуёвый день. Ты такой лошара, что Киркоров не пришел болеть. Хуёвый флоу, хуёвый гэнг, хуёвый день. Ты настолько жадный гей, что прячешь сперму в кадр. Хуёвый флоу, хуёвый гэнг, хуёвый день. Ты такой лошара, что Киркоров не пришел болеть. Бойся раунд! Это было люто! Ребята, это был настоящий пиздец. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Это был Рэп Йоу Баттл. Дайте ваше йоу! Свежие, блядь, новостишки. Рэп Йоу Баттл
наш новый проект вызвал нешуточные споры среди фанатов батла. Мы обратились в Европейский суд по правам человека и сумели разблокировать наш феноменальный батл. Блогеры, биомусор, ебаный нахуй. А пока у нас есть возможность ходить хоть на какие-то концерты, самое время это сделать. У меня прекрасное ожидание, я считаю, что мы находимся в легендарном месте. Надо больше людей, которые скажут, что инициатива хорошая, давайте ее продолжать. Будем. Моргенштерн отказался батлиться. Мы с тобой батлимся, все. На следующем рэп-йоу. Забились. Спонсоров батлер. Нашли уже. Спонсоры. Нам нужно нормальная оплата для Юриных вот этих всех капризов, да, что он хочет там. Поэтому спонсоры. Мы ищем спонсоров на наш батл. Это будет эпичный батл. Антихайп. Есть ли у тебя комментарии по тому, как прочитал Даня свой раунд? Да, хотелось бы побольше, чтобы он пел про Мурену, может быть, про каких-то морских тварей. Вот мне нравятся рыбы, которые как прогрызают. Вот мужчины, да, мужчины-рыбы, как самцы рыбы, они прогрызают самкам животики и потом таким образом, собственно, питаются. В обмен же самки получают сперму в любой момент. То есть в любой момент они могут получить порцию свежей спермы. В принципе, это как бы и про Даню многое говорит. Слав, спасибо большое за комментарии. Это были очень важные слова. Дайте бой иллюминатам, или они дадут вам. Как ты, по-твоему, охуенно засчитал? Насчет себя не знаю, но Слава вообще реально крутой. Первый раунд у него вообще, ну вот без рофлов, реально. Я вот сколько сегодня интервью давал, постоянно рофлил, но на этот раз я скажу, блядь, я прям стоял такой, круто, круто, он умеет затирать. Ну а вообще вот, типа, опыт в батле, как ты считаешь? Получил, нет? Слушай, это же первый мой батл, типа, и сразу с таким оппонентом. Я срался. Не, ну я, типа, на отъебись его выебал, блядь, там, вся хуйня. Он не слышит? Он уехал. А, он уехал? Ну все, я его выебал. Я его выебал.